Здесь вопрос на английском языке. Прошу прощения за мой английский. Русский не такой хороший. Почему мистер Герчик, который торгует акцией, открыл форекс-фирму? А никакого отношения и никакой тяжести против того, что это российский рынок или американский рынок или форекс, разницы нет. Мы вышли на рынок форекс только для того, чтобы предоставлять своим клиентам хороший качественный доступ. Поэтому я как трейдер с этим работаю. И абсолютно не принципиально, на каком рынке я раньше торговал. Все, всем всего доброго, хорошего дня и до свидания.